Приветствую вас. Давайте разберем вопрос, который вы задаете. А суть вопроса заключается в том, что вы себя постоянно накручиваете и думаете о плохом. Здесь, конечно, можно говорить о навязчивых мыслях, неконтролируемых, за которыми, в принципе, вполне легко могут скрываться переживания, какие-то вот подавленные переживания вами. То есть те переживания, которые вы подавили в себе, и, соответственно, стали это как-то, ну, себе раскручивать, да, культивировать и прочее, и, соответственно, в результате, значит, ну, получилось в итоге вот такая вот очень неприятная история, что вы что-то очень долго подавляете, да, в течение длительного времени подавляете, ну, да, потом это начинает по факту, да, вас как-то уже контролировать, ну, самостоятельно, да, то есть вы уже вроде бы и не хотите, а все равно вот получается контролировать. Здесь нужно смотреть, какие именно эмоции, да, какие именно чувства вы себе подавляете, вот, и с чем это связано. Потому что момент это достаточно важный, чтобы на него обратить ваше внимание. Вот, следующее, что касается непосредственно наказания, да, то есть, ну, того, что вы все время думаете о плохом, то это, как я и сказал, бессознательное желание себя наказать. Вопрос, конечно, только в том, за что вы себя хотите или пытаетесь наказать, да? Это очень важно. Почему вы считаете, в принципе, что заслуживаете наказание, вот, то есть как вы пришли к этой идее, мысли, вот. И, соответственно, очень важно поисследовать конкретно то, значит, вследствие чего вы считаете, что, ну, что вот можете быть наказаны, да, то есть чего вы полагаете, что можете или должны быть наказаны. Вот, зачастую это такое вот бичевание себя. Зачастую это как раз таки некоторая идея с самобичеванием. Вот. То есть я должна там себя наказать за что-то, да, то есть это вот такая позиция. Вот. Потому что, ну, сделала что-то не так.
Вопрос заключается в том, да, вот что именно вы могли сделать не так. Что именно, что конкретно вы могли, что конкретно вы сделали не так. Это, на мой взгляд, очень такой важный аспект на который нужно обратить вам свое внимание. Вот. И именно за вот этими моментами, собственно говоря, и скрывается то, что составляет вашу проблематику. То есть именно вот то. Подавленные желания, да, и вот это вот такое рэкетное наказывающее отношение к вам самой, ну, к самой себе. Вот. Это то, на что я хочу обратить ваше внимание. В первую очередь, прежде всего. Вот. Так, такой ответ можно вам дать. Я надеюсь, что это было полезно. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.